Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас с вами видеообзор на вот такую вот шоколадку Alpen Gold Max Fun, наверное. Так, здесь у нас клубника, малина, черника, черная смородина, взрывной карамель и шипучие шарики. Подобная шоколадка у нас уже обзор был, вам очень понравилось, и поэтому делаем продолжение. Да, кстати, это новинка. Здесь 160 грамм, она такая довольно большая. Так, смотрим, значит, здесь начинки должно быть много, и она тоже такая вся необычная. Так, ну давайте посмотрим состав, если его, конечно, будет видно. Я очень надеюсь, что вы через камеру увидели состав. Ну, две Е-добавки я там точно увидела. Вот. И также нам предлагается нанасиком. По-моему, у нас как раз предыдущая вот такая вот была. И также там, кстати, есть еще плюс две шоколадки. Вот, но это мы давайте так сделаем. Если наберется 20 лайков. Именно 20 лайков под этой шоколадкой, тогда я делаю следующий обзор на шоколадку. Или на сразу две. Посмотрим там. Потому что таких их там как раз 4 разных вкуса. Наша тарелочка нам понадобится. Здесь сразу уже видно, что начинки довольно много, но она как-то вот здесь вот ее много, здесь вот сбоку ее поменьше. Опа. Так, сама шоколадка. В прошлый раз, кстати, мы с вами сравнивали, где же находится вот эта вот сама как раз плиточка, которая изображена на картинке. Так, здесь должен быть где-то треугольник. Там, кстати, точно такая же нарисована. Ну, треугольника сбоку. Я его здесь нигде не вижу. Я не вижу. Я вижу только вот здесь треугольник. Может быть, это какая-нибудь отломленная, хотя не знаю, как-то. Короче, не знаю. Видимо, здесь фотографировали совершенно другую шоколадку. Что она так даже отличается. Так. Давайте ее сейчас будем с вами пробовать. Вот они. Вижу я. Так, вот здесь прям кажется, как будто нету начинки. Какой-то всего лишь один пупырышек, и ее я и буду пробовать. Знаете, Alpen Gold шоколадки, они у них, в принципе, всегда очень хорошие и в меру сладкие. То есть, если Milka у них прям приторные они, то Alpen Gold они в меру сладкие, вкусные и всегда ароматные, что меня вот всегда удивляет. Да, здесь чувствуется клубника, малина, черная смородина, прям так чувствую. Взрывная карамель, да, там что-то такое есть, хотя в самой маленькой плиточке ее было не видно. Шипучие шарики, они реально под зубами что-то там шипит. И такие необычные ощущения. Какой-то такой восторг такой, знаете, как с парка аттракционов приходите домой. Такие, а, ура, я катался. Вот что-то прям вот такое, ну, как, в принципе, здесь и нарисовано на шоколадке взрывное, да, там пушка.
Так, давайте попробуем вот тут вот. Здесь побольше. Это вот как раз, наверное, взрывные шарики есть. Знаете, как раз я сейчас сижу про себя и думаю, интересно, вот клубника, малина, черника, да, там тут написано черная смородина. Ну, добавляют какие-нибудь вкусовые просто добавки, думаю, и все наверняка. И тут мне попадается какой-то сухофрукт под зубами. Прям такой, который нужно пожевать. По вкусу, наверное, какая-нибудь клубника. Не знаю, ну такое прям оно жестковатенькое, его реально жуешь, так вот вместе с шоколадкой, что-то такое необычное, вкусное. И в принципе здесь, если присмотреться, вот заметно. Сфокусировала. Вот, наверное, немножко фокусирую. Вот тут вот есть черные точечки. Это вот как раз и есть, видимо, те самые сухофрукты. А, ну вот, смотрите. Вот он, хотя он черный, значит, это, скорее всего, черная смородина или кто там, черника. Да, вот оно что-то есть. Да, шоколадка очень ароматная. Она мне прям очень понравилась. Мне и та предыдущая очень понравилась. И вот эта тоже очень понравилась. На самом деле, я долго на них смотрела. Мне почему-то всегда казалось, что это какая-то фигня, просто без, ну, какая-то невкусная. Просто там как с какой-нибудь там химией, как бы и все. Но на самом деле они очень вкусные, мне очень понравились они. И действительно, вот эти вот шипучие там шарики, взрывная карамель, они как-то добавляют какой-то вкус такой, какой-то даже необычность к этой шоколадке. Как бы мы уже все с вами привыкли, что да, там вот мы купили шоколадку там с йогуртом Альпен Гольд, например, который все так смотрят, там она прям на первых порах стоит у меня. Там что-то там добавлено такое по типу йогурта там, да? Там или с изюмом, там с чем-нибудь еще, как бы все. А тут еще вдруг добавок карамель, да еще вдобавок взрывная, которая взрывается во рту. Это необычно. Шипучки там, какие-то шарики, которые там шипят у вас во рту. Тоже необычно, особенно, мне кажется, для ребенка. Это будет прям вообще. Вспомните свое детство, какие были конфетки у вас в детстве. Я помню, в нашем детстве было что-то подобное, которое взрывалось под зубами. Это было интересно очень. Поэтому, в принципе, можно такую шоколадку подарить. Тем более она, кстати, оформлена очень красиво. Посмотрите, такая она яркая, такая она какая-то и новогодняя, и какая-то там мартовская. И прям вообще она поднимает очень настроение, очень красивая. Ее не стыдно подарить, кстати, она выглядит очень красиво. И с этой стороны, и с той стороны, и эти маленькие шарики розовенькие, прямо ее добавляют. В принципе, она очень хорошо выглядит. Вот. Я делала уже очень много обзоров на шоколадки, и есть такие шоколадки, которые открываешь, а там кошмар, что даже аппетит пропадает ее есть. Я оставлю на нее, наверное, в описании, не в описании, а в конце ролика ссылочку, посмотрите на эту шоколадку. Вот. На сегодня это все. Пишите обязательно комментарий. Мне будет очень приятно, если вы напишите свой отзыв именно в YouTube. Мой канал называется Артмания. Поиски можете набрать. Сейчас у вас на экране высветится, как это пишется правильно, чтобы не потерять на тот случай, если мой ролик украдут или окажется он где-то непонятно где. Также ставьте лайки. Да, кстати, мы с вами собираем 20
20 вот таких вот лайков, чтобы я уже сделала обзор на следующую шоколадку. Там, по-моему, следующий, насколько я помню, есть с попкорном. Да, и с чем-то еще, сейчас уже не вспомню. Там есть две шоколадки. На одну, давайте, наверное, на одну из них я сделаю обзор, когда наберется 20 лайков. Вот, если вам это действительно интересно, то ставьте лайк. Также пишите комментарий. Обязательно подписывайтесь. Я ценю каждого подписчика. Мне будет очень приятно, если вы подпишетесь. Также смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, развиваемся. Моему сыну 2,8. Я с ним появляется у нас каждое утро новый ролик, новый влог. Также путешествия, также обзоры на продукты из фикс-прайса, на товары из фикс-прайса, продукты из Победы магазина, Светофора, обычных магазинов. Также обзоры техники у нас есть. Также живопись, мы рисуем, собираем сейчас небольшую какую-то компанию, такую людей, чтобы рисовать все вместе. Обязательно смотрите, подписывайтесь под роликом. Также вы мне можете написать ВКонтакте, в Инстаграме, в Ютубе, где вам удобно, на почту. Вот. И, в принципе, все. С вами был канал Артмания, и всем пока-пока.